Dirt. Dirt или Dirt. В общем, игра вышла в недалеком 2007 году и на тот момент стала одной из самых красивых гоночек, а в мире ралли подавно. Она стала продолжательницей рода серии Colin McRae Rally, но совершенно новым, по крайней мере, графическим движком, разом скакнув на голову вперед. Видимо, она была одной из тех игр, которые что-то получили от прихода Next Gen на тот момент консолей. В игре туева куча автомобилок от мала до велика, от страха до греха. И всякие Subaru, грузовики, КамАЗы, фрейдлейнеры, Audi TT затесалась. Ну а хули не побрыгать на ней-то по ухабам, а? Всякие баги, внедорожники различные, олдтаймеры. В общем, в этом плане она бедной не является. Есть все самые интересные образцы, не хватает, пожалуй, Bugatti. Да Майбаха. Фуфани можно было сделать Формулу-1, естественно, по говнам, иначе я так не играю. Трасс в игре, в общем-то, тоже дохуя, как обычно, но тут, пожалуй, пора сказать и о графике, ибо она оказывает в данной игре самое непосредственное влияние на них. Игра заобломлена, что выглядит, в общем-то, красиво и приятно, но совершенно неестественно. При этом полигонов немного, но из-за свечения машин Ака Святой Апостол это не бросается в глаза. Присутствует какая-то говяная гамма в стиле Most Wanted, тоже какая-то желтоватая, из-за этого нет, к примеру, нормального естественного леса, нет нормального асфальта, цвета асфальта. Деревья в игре фиговенькие, травка тоже. Но это если детально разбираться. А в целом, если не придираться, то про графу можно сказать, что она приятная, особенно для конца 2007 года. Тогда, кстати, игру нормально могли тянуть только топовые видяхи. Физика в игре полное говно, и никак иначе. У авто практически нет массы, они мало-мало сносятся при вхождениях в поворот, не получается сделать нормальный длинный занос в подходящем повороте. Тачки ускоряются очень быстро. Тормозят мгновенно. Особенно обидно за большой транспорт типа КамАЗа. Потому что они, конечно, менее поворотливы, нежели легковушки, но все-таки едут практически как по рельсам. Машины можно неплохо разбить, это сказывается на поведении. После определенного дамага происходит сход с трассы из-за невозможности продолжить гонку. Перед началом гонки можно от нечего делать настроить машину, я этим не занимался, ибо учитывая, что игра далеко не симулятор, считаю это потерей времени. В игре 5 уровней сложности, что дает возможность как без геморройного прохождения игры, так и потрахаться при желании. Есть различные типы гонок, грубо говоря, для баги, внедорожников, грузовиков, кольцевые и так далее. Не сказать, чтобы это что-то давало, баги я бы вообще нахрен выкинул из игры, как из-за внешнего вида, так и из-за самой отстойной загадочной управляемости. Отличием от классического Колина является тип гонок, в которых также принимает участие неписи. Таким образом делая веселее процесс езды. Присутствует вид из кабины, что есть гуд, кабины прилично детализированы, но из них особо не поездишь, потому что видимость хуже и получается лишний напряг мыслей и глазов. Подпешивает неспешное сохранение игровых данных во многих местах, из-за этого приходится жать интер и расслабляться. И так несколько раз, что, в общем-то, напрягает. Тем не менее, игра дарит постоянный, пусть не очень большой, но все же фан из-за своего приятного вида в целом и не шибко задротского процесса, если выбрать уровень сложности попроще. Радует количество транспорта, поэтому если не заморачиваться, то можно позитивно провозить время за ней. У меня даже появилось желание пройти ее полностью, а те 6-7 часов, что я потратил на ознакомление с ней, в общем-то, нельзя считать напрасно потраченным. До скорого!